ситуацию, поэтому сейчас, пожалуйста, садитесь удобно, так, чтобы ваше тело было таким расслабленным достаточно, нигде не было никаких зажатостей, и вы могли спокойно расслабиться. Медитация будет аналитического характера, но мы будем ее проводить с закрытыми глазами. Поэтому сейчас сядьте удобно, прикройте глаза. И сейчас сконцентрируйте свое внимание на дыхании. Почувствуйте, как грудная клетка автоматически поднимается на вдохе и автоматически опускается на выдохе. Это процесс, который мы не контролируем с вами. Тело постоянно создает для нас движение жизни. И фокусируемся на цикличности. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Выдох и вдох. И сейчас мы с вами обращаемся к внутреннему движению своей души. Направлено ли это движение к большему? К больше работы? К больше здоровья? К больше отношений? Больше любви? Больше счастья, больше радости. Будьте внимательны. Или это движение направлено к меньшему? Меньше работы, больше зарплаты за меньшую, например, работу. Меньше достижений. Больше свободного времени. Меньше здоровья. Обращаем ли мы на самом деле внимание на свое здоровье, на свое тело? Довольствуемся ли мы меньше? Теперь движение разворачивается в другом направлении. От меньше к больше. К больше отношений, например. Вы сразу же идете в этом направлении. Только представить себе это было бы меньше. Мы сразу же отправляемся в направлении к больше здоровья, больше любви, больше радости, больше насыщенности жизни. Кто ведет нас в этом другом направлении к больше? Как бы ни странно это звучало, нас ведет наша смерть. Если она действительно приходит в свое время, разве это тогда движение к меньшему? Или это движение к исполненности и больше? Постепенно заканчиваем медитацию.
Делаем хороший глубокий вдох.